вынула верхний ключ, открыть дверь. Она всегда закрывала на верхний ключ, но в этот раз она закрыла на нижний. И вспомнила, что она закрыла на нижний. И тогда ей в голову пришла тончайшая мысль. Может быть, она застала врасплох того, кто... Тот, кто, думая, что она не спохватится, думая, что она откроет верхним ключом дверь, сделал так, чтобы эта дверь была закрыта на верхний ключ. Но тогда она, открыв верхним ключом дверь, могла вдруг вспомнить, что она закрыла на нижний. И тогда тот, кто мог бы обнаружиться, и было бы ясно, что он есть и что он действует. Это была бы явная ошибка, а он бы явно не допустил. Лена узнала Наташу, стала будить, трясти. «Вспомни, — говорит Лена, — вспомни. 20 лет назад мы потерялись. Я думала, — говорит Лена, — что ты умерла, а ты жива. 20 лет назад мы были вместе, мы жили на своей родине. Я, — говорит Лена, — была известная артистка, а ты только начинала свой путь. Но наступили тяжелые времена. Кинофабрика, на которой мы снимались, закрылась. Все бежали на юг страны. Мы задерживались, — говорит Лена, — так как мы обладали сокровищами. Мы, — говорит, — коллекционировали ковры. В стране началась смута, и мы пытались спасти ковры. Часть продать, часть бросить. На стены для жилья и для дворца, для мечети. Хуржины, сумки и мухраши, сундуки. Циновки, подносы и циновки, дуршлаки. Бергамские с гирляндами и цветками. И те персиды, которым нет цены. Пытались спасти. Говорит Лена, от кого? Но продать все ковры и купить один главный, важнейший ковер, о котором знает штопальщик-починщик, он же колдун. Мы знали его хорошо, так как не раз ходили к нему. Жребий пал на Катю, нашу младшую сестру. Когда вернулась Катя, рассказала то, о чем мы все догадывались давно. Ковер этот соткан суфием из города Гердеса. Отсюда название Гордий Фузел. Обладал в глазах знатоков силой заклинания. Орнамент, многочисленные узлы многократно усиливали заклинания. С ковром связано поверье. Кто обладает ковром, тот непобедим. Силы зла тают перед ним. Страна живет в благодеяниях 100 лет. Ковер этот можно купить у эмира из Бухары, который сейчас проездом в нашем городе. Ему нужны деньги, в его стране хаос. Ему нужно купить оружие. И мы с тобой, говорит Лена, согласились сняться в фильме «Последней ленте» на нашей родине, чтобы заработать денег и купить этот ковер. Мы снимали тогда нашу самую хлебную картину. Денег мы насобирали, продав часть своих ковров. Много нам дали другие, кто был посвящен в тайну ковра. Мы были готовы его купить. И на торги отправились все люди из нашего окружения. Были эти, те, забыл уже их фамилии, но, кажется, были и князья.
договорились о цене сына Эмира Бухарского, а это было именно он рассказал и подтвердил, что с ковром связано поверье. И что кто в это поверье верил, все сбывалось. У нас было внутреннее ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все в сущности есть абстрактный узор ковра, попираемого стопой с неба, и что в этот орнамент вплетена идея этого поверья, и что если это поверье кто-то выдумал, он вплел в узор все, что думал. Мы купили ковер. На женской половине у Эмира старшая жена рассказала о поверье подробнее. Она сказала, что двор их страны жил в богоденстве 300 лет, и все благодаря поверью. Но что в поверье сказано, убивать невинного раз в 100 лет на ковре, и тогда поверье имеет силу. Но на ковре не проливали кровь уже скоро 100 лет. Срок вышел. Заклинание утратило силу. Мы купили обесцененный ковер. Наверное, уезжать. Страну лихорадила, шла братоубийственная война, лилась кровь. Идея, что все переплетается, что все лишь узор ковра, стопой с неба попираемого, не давала покоя всем нам.